Привет, меня зовут Анюта, и я снова рада вас видеть на моем канале Анюта Плей. Сегодня мы вместе с Малинкой получили посылку. Вы слышите, там кто-то сопит. Давайте же скорее откроем и посмотрим, кто там такой. А если ты еще не подписался на мой канал, то можешь сделать это прямо сейчас. Смотрите, это же маленький малыш. И кажется, он спит. Какой он милый. Этого малыша я выиграла на канале Малинка Кит. Спасибо вам большое за конкурс и за такой классный подарок. Этот малыш в очень мягком костюме из меха. Такие милые ушки. Интересно, что это за костюм? Мышонок? А может быть, медвежонок? Напишите мне в комментариях, как вы думаете, на кого похож этот малыш? И не забывайте ставить лайк, если вам нравится это видео. Давайте сравним этот брелок с кроликом. Вот примерно какого он размера. Мне кажется, что это девочка. Как же ее назвать? Помогите мне придумать и напишите имя в комментариях. У нее есть кольцо, за которое ее можно повесить на сумку или ключи. Вот так, например. А теперь снимем. Ой, кажется, малыш проголодался. Давайте покормим его из такой бутылочки. И покатаем его в колясочке. Мне очень нравится этот малыш. Он такой милый и мягкий. Если тебе тоже нравится, ставь лайк и подписывайся на канал. С вами была Анюта. Всем пока!